что я вот буду говорить сегодня про инструменты, которые работают, но в первой части своего выступления хотела вот такую вот систему под это все осторожненько подвести. Вот, потом думаю, ну, наверное, сразу надо про инструменты, хайп и так далее. Вот, но, услышав сегодня вопросы в зале, во-первых, моим коллегам уважаемым, пообщавшись с коллегами во время кофе-брейков, я поняла, что это все-таки сделать нужно. И более того, может быть, немножко чуть больше времени даже уделить такой небольшой теоретической части, чем я это планировала. Так. Ой. Так. Ну, собственно, о чем мы сегодня будем говорить? О маркетинговых инструментах, которые работают. Но начнем с того, что вот как бы с ответа на вопрос одного из наших уважаемых коллег, который был задан Елене, работают ли отдельные комментарии. Коллеги, работает на самом деле система маркетинга. И прежде чем к ней перейти, мы с коллегами в Право.ру год назад где-то делали такое замечательное исследование. Коллеги-журналисты опросили глав юридических департаментов, 130 ведущих компаний поучаствовали в исследовании. Мы задавали один и тот же вопрос, как вы выбираете юристов. Очень большое искушение сейчас сказать, что сарафанное радио, по рекомендации и так далее. Но вот как бы посмотрите, на каком месте у нас рекомендации. Раз, два, три, четыре, пять. На пятом, да? И отвечая на вопрос, который я сегодня услышала в кофе-брейке, мои уважаемые коллеги, нужна ли юристу специализация? Ну, по мнению руководителей юридических департаментов, да, нужна. Решающий фактор при выборе юридического консультанта – это большой опыт в узких специализациях. Опыт по релевантным проектам. Дальше. Позиционирование в юридических рейтингах, о чем мы сегодня поговорим. Положительная репутация в интернете. Насколько я знаю, сегодня будет у коллег очень большая секция. Сессия посвящена этому вопросу. Мне, честно говоря, самой даже будет очень интересно это послушать. Потому что, опять же, мы сегодня про Инстаграм очень много вопросов задавали. Но я не инстаграмщик, я, как бы, наверное, приверженец традиционных маркетинговых инструментов, про которые я сегодня как раз и расскажу. Вот. Отвечаю на вопрос коллеги из зала. Помогают ли комментарии в привлечении клиентов? Ответить бы хотела так. Пиар может сделать ваше сарафанное радио громче. Это информационный фон, который помогает вам легче продавать ваши юридические услуги. Так. Вот. Собственно, о чем я обещала вам рассказать, о системе. Коллеги сегодня в первой сессии говорили о стратегии юридической фирмы, а я поговорю немножко о стратегии, о структуре юридического маркетинга. В свое время вот я систематизировала юридический маркетинг таким образом, что он состоит из стратегии и тактики, разработка позиционирования вашей компании, разработка новых продуктов и услуг, брендинг, пиар, аналитика, анализ деятельности конкурентов, мероприятия различные, CRM, программы лояльности, тендеры, стимулирование продаж, рейтинги, деловые объединения. И как бы подо всем под этим так аккуратненько у нас стоит фундамент планирования и бюджетирования. А мы сегодня поговорим о кирпичиках, о пиар-кирпичиках, о рейтингах и об организации мероприятий. Немножко. На самом деле у меня очень сложная задача в 40 минут включить то, что я обычно рассказываю в течение там, 3 лекций, но я думаю, что мы попытаемся это сделать, тем более у меня сегодня будет прекрасный коллега, которая поможет мне в этом нелегком деле. И чуть позже я ее тоже представлю. Вот, соответственно, почему я выделила здесь как бы в первую очередь разработку стратегии и разработку позиционирования, и как это связано с пиаром, с организацией мероприятий и так далее. Да. Стратегия. Прежде чем думать о маркетинговых инструментах, какие подходят для продвижения вашей фирмы, я бы хотела обратить ваше внимание вот, наверное, на
три, здесь четыре очень важных пункта в разработке стратегии. Решить, какова ваша специализация и каков ваш продукт. Собственно, что вы предлагаете рынку и вашим целевым клиентам. На самом деле это работает и по отношению к юридической фирме, и по отношению к индивидуально практикующему адвокату. Без разницы. То есть целевая аудитория и ваш продукт. Дальше. Кто ваши клиенты? Как они выглядят? Чем они занимаются? Просто взять для себя, нарисовать портрет вашего ключевого клиента. Если это фирма, прекрасно. Что это за фирма? В какой области она работает? Какие у нее годовые обороты? Какие интересы она преследует на этом рынке? То же самое, если это физические лица. Какая группа? Да? На кого рассчитаны ваши услуги? И дальше как бы логически вытекает из этого, каким бизнесом вы планируете заниматься. Это бизнес-консультанты, работать для корпоративных клиентов или B2C-розница. Инструменты будут отличаться на самом деле очень серьезно. Если мы сегодня будем говорить о пиаре, и об организации конференции, рейтингах и так далее, больше всего это, конечно же, влияет на привлечение корпоративных клиентов, ну и на розничных тоже. Если мы говорим о рознице, то это скорее будут различные диджитал, да, инструменты, это продвижение в социальных сетях и прочие проекты и продукты, о которых сегодня расскажут, я надеюсь, мои коллеги очень подробно. Вторым этапом, когда мы определились со стратегией, так. Ага. Мы переходим к позиционированию. Опять же, можно очень долго и нудно говорить о теории, что такое позиционирование и так далее. Если коротко сформулировать... Ой, да что же это? Я вроде бы ни на что не нажимаю, он все равно прыгает. Что такое позиционирование? То есть это определиться, в чем я уникален, да? Что я делаю лучше других, какие у меня преимущества перед конкурентами, что я умею делать лучше всего. Да? И только после этого этапа переходить к подбору маркетинговых инструментов. То есть, по сути, что вы хотите о себе клиенту рассказать. А дальше уже посредством каких стратегий и какого инструментария. На этом моменте, закончив с теоретической частью, мы переходим к практической. И я хотела бы пригласить мою уважаемую коллегу, пиар-директора проекта The Moscow Lawyers, которую вы все прекрасно знаете и, надеюсь, любите и смотрели передачи, Светлану Федькову, которая так же, как и я, работала ранее в компании Hogan Lovells с директором по маркетингу, имеет тоже огромный опыт маркетинга и юридических услуг. Так, консультант по юридическому пиар и маркетингу, пиар-менеджер проекта Moscow Lawyers, одна из 12 лучших специалистов в Российской Федерации по юридическому маркетингу, пиар и стратегии по версии газеты «Коммерсант». Работала в отделе маркетинга BMW Group Russia, успешно продвигала российскую практику международной юридической фирмы Hogan Lovells. 3 года организации деловых мероприятий и легендарных вечеринок Hogan Lovells в рамках Петербургского международного юридического форума. Светлана Федькова, давайте Светлане тоже поаплодируем и поприветствуем ее на нашем форуме. Светлана, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый день, коллеги, рада вас видеть. Ваши тени, по крайней мере, сейчас рада встретить тех, кого знаю лично, рада встретить тех, кого знаю по Фейсбуку и надеюсь познакомиться со всеми остальными, я вам тоже рада. А мы с Екатериной решили немножко в формате интервью, наверное, провести, да, вторую часть Катиного выступления, посвященную инструментарию. И здесь я буду выступать как от лица действующего консультанта по пиар и маркетингу, так и от лица небольшой юридической фирмы, которая в том числе консультирую, да, зная, в общем, возможно, задам те вопросы, которые побоитесь задать вы. Спасибо. Здорово. Спасибо огромное, Светлана. Ну да, надеюсь, будет, я уверена, что будет очень интересно. Смотрите, если говорить о маркетинговых инструментах вообще, ну, собственно, наверное, самое очевидное – это, там, не знаю, пиар, комментарии и так далее, но в свое время мы там с коллегами классифицировали их более сотни, но если их объединять, вот они будут примерно так выглядеть. Вот, в каждом пункте еще можно штук, наверное, 20 обозначить. Вот.
Так. И переходя к пиару. Мы очень много говорили о комментариях, о статьях. Сегодня тоже этого коснемся, но, на мой взгляд, пиар, он гораздо шире. И еще раз хотела бы заметить, что работают инструменты только в системе, все. Нельзя только комментировать, либо только размещать статьи и ждать, что к вам придут клиенты в огромном количестве. Здесь бы я хотела выделить на самом деле некоторые моменты, которые юристы, может быть, не до конца, наверное, оценили в своей практике. Вообще, что любят журналисты? Да, новости, первое, прежде всего. И вот последним пунктом вот этой вот такой таблички импровизированной – кейс-стади. То есть информация о ваших делах, информационный повод. И что мне еще очень нравится, сегодня Лена говорила о брошюрах, что они мало работают или не работают. Что работает, на мой взгляд, это белые книги. Это когда вы берете и исследуете некую проблему, исходя там из среза, из вашей специализации, делаете срез там по вашей практике, привлекаете других экспертов. Ну, наверное, лучшие белые книги, на мой взгляд, это такие специальные приложения, к тому же, например, к журналу «Корпоративный юрист», который мне очень нравится. Я думаю, Лена может подробно рассказать, который вы также можете активно распространять на конференциях, на различных мероприятиях, которые являются великолепной альтернативой брошюры с перечислением вашей практики, вашей специализации. Света, вопросы? По брошюрам нет никаких вопросов. Если честно, у меня было, когда я работала в Hogan Lovells, да, в международной юридической фирме, я считала брошюры рудиментом. И как-то так потихонечку склонила своих коллег, да, партнеров, юристов, которые ездили на встречи, ну, в общем, не делать этого. Вот. Но работая для небольших юридических фирм, да, консультируя их, я бы, наверное, все-таки рекомендовала. Я бы, в свою очередь, наверное, немножко дополнила бы, да, рекомендовала бы презентации, которые работают как такой конструктор брошюры, да, если вы идете к клиенту навстречу, можно не просто там книжечку с практиками, а под конкретного клиента составить такую презентацию с кейсами, с информацией о вас, об экспертах, которые будут работать по задаче клиента. То есть вот некий такой конструктор. Что бы я еще здесь хотела отметить, это сейчас очень любят вебинары, да, то есть, возможно, дальше будет обсуждаться эта тема. Я бы относилась сейчас к этому инструменту с осторожностью. Почему? Потому что пандемия насытила интернет огромным количеством контента. То есть все юристы, которые потеряли возможность приходить на научные мероприятия, освоили этот вебинар. Формат вебинаров. В свое время, еще, наверное, лет 8 назад в Пепеляеве мы начали, так сказать, организовывать вебинары. Вот, это было очень успешно, ново. Вот, тут вступает как бы в игру его величество контент. Главное, чтобы это было полезно, интересно, приносило удовольствие. Если мысленно вернуться к слайду Елены Ершовой, да, вот как бы держать его перед глазами не только для, не только когда вы пишете какой-то материал и статью. По поводу вебинаров абсолютно то же самое хотела сказать, что крайне всех утомили вебинары во время пандемии, и мне кажется, сейчас нужно какую-то паузу взять просто. Я думаю, что все равно все вернется в итоге опять к формату вебинаров в том числе, потому что, это удобно в том плане, если ведется запись, это удобно в том плане, что участникам не нужно ехать, да, тратить время на дорогу, а экспертизу свою вы можете показать, да, как юристы. И это в плане бюджета как бы абсолютно другая история, чем очное мероприятие. Спасибо. Так. Ну и продолжая как бы тему пиара, опять же, понятие, конечно же, гораздо шире, чем только статьи и комментарии. Я бы здесь обратила ваше внимание на такой инструмент, как пресс-релиз. Ну, наверное, нет такого юриста, там, адвоката, маркетолога, который бы пресс-релиз не писал о чем-то, там, о расширении практики и так далее. Коллеги, пресс-релиз может быть интересен там, внутри фирмы и
узкому количеству ваших коллег, потому что, ну, когда открываешь Facebook, и вся лента наводнена как бы пресс-релизами юристов, которые получили те или иные позиции в рейтинге, я просто начала отписываться, к сожалению, да. Вот. Поэтому, когда может ваш пресс-релиз быть интересен для аудитории, для клиентов и для представителей СМИ? Когда вы, опять же, рассказываете о каком-то кейсе, и когда вы рассказываете об этом первыми, когда есть новость? Что мне еще, на что я еще здесь хотела бы обратить ваше внимание? Мы все прекрасно знаем, хорошо очень освоили юридические СМИ. Очень много говорим о деловых СМИ. Все пытаются там комментировать в «Ведомостях», «Коммерсанте», «РБК» и так далее. Но немного забывают о отраслевых изданиях. Например, если вы специалист в каком-то сегменте экономики, там, в недвижимости или в диджитал-проектах, там, в нефтегазе, ну, собственно, что угодно, расширяйте эту линейку, ритейл, да, там сейчас достаточно много проблем у них сейчас. Вот, пожалуйста, обратите внимание на отраслевые СМИ. Какой-то правовой комментарий, колонка, экспертное мнение, мне кажется, вот сейчас это, ну, и вообще будет очень хорошо работать. Абсолютно согласна. Фарма, которая всегда цветет и пахнет, особенно сейчас, да, нужно как-то... Я тоже обратила внимание на то, что в основном юристы фокусируются на деловых и юридических изданиях, и в свою очередь тоже рекомендую переходить на отраслевые. Но там есть одна тонкость на самом деле. Если вы инициируете колонку, если вы договариваетесь с каким-то отраслевым СМИ, там как бы нельзя сказать А, чтобы потом не сказать Б. То есть как бы всех СМИ интересует некая периодичность, да, вот этих вот выходов. Если вы подписались на этот проект, то как минимум сделайте заготовку, несколько тем, так сказать, на последующие материалы, на несколько месяцев выхода этих колонок. Потому что вот то, что сильно не любят журналисты, я думаю, журналисты, если здесь присутствуют, и Елена меня поддержит, если как бы коллеги не выдерживают договоренности, не выдерживают вот эту вот периодику, да, если они на что-то подписались. Да, я тут сделала небольшую методичку, опять же, по материалам моих коллег из Право.ру, какие, собственно, статьи, какой подход к написанию статей ждут от юристов наши коллеги, журналисты, редакторы информационного портала Право.ру. Я сейчас не буду на этом заострять внимание, пускай это немножко повисит. Вот, я думаю, что вы потом получите все материалы. Это будет такая вот некая методичка для вас, то есть, собственно, которая поможет вам подготовиться. Вот. Еще, наверное, у меня такой вопрос. Собственно, пиар, да, комментарии, статьи, тоже был от коллеги очень хороший вопрос. Подходит ли это для, только для крупных или средних юридических фирм, или индивидуальные юристы также могут участвовать в этом процессе? На мой взгляд, абсолютно да. Опять же, возвращаясь немножечко назад, да, к стратегии, к позиционированию, то есть решите, кем, чем вы хотите быть, какой фирмы, каким юристом, где специализируется, и начинайте пиар-компанию, начинайте работу со СМИ, и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше и быстрее это поможет вам в продвижении вашего продукта, причем как индивидуально, так и корпоративно. Здесь, наверное, будет вопрос, часто задаваемый мне юристами, почему не берут мои комментарии. Я думаю, что ты все равно, я понимаю, что ты не журналист, я думаю, что ты в состоянии как бы прокомментировать это. Почему не взяли мой комментарий, почему не взяли мою статью? Может быть, какие-то лайфхаки? Ну, лайфхаки, да, по статьям я уже как бы на предыдущем слайде, не буду к нему возвращаться, вы посмотрите. Самое главное, конечно же, актуальность темы, да, и то новое, что вы можете сказать для аудитории посредством вашего материала. То же самое и с комментариями. Но тут вот на самом деле существует такая тонкость, да, то есть чтобы брали комментарии какие-то крупные отраслевые, деловые, отраслевые правовые и деловые СМИ, все-таки нужно иметь некий, там, скажем, экспертный вес в сообществе, да, то есть как бы вас должны знать, вашему мнению должны доверять, вот, хотя, видим, иногда и другие, так сказать, прецеденты, например, я на BFM слышу иногда экспертов, которых, ну, в обычной жизни, даже в Право.ру мы не встречали, ну, как бы,
Здесь, наверное, хороший был комментарий как раз от Елены. Знакомьтесь с журналистами, да, то есть как бы... Вот, кстати, мероприятия, вот такие вот конференции, они очень служат хорошей площадкой в то же время для того, чтобы познакомиться с представителями СМИ. Одна наша коллега тоже из Право.ру, она как раз комментировала этот момент очень хорошо на одной из наших конференций. Она говорила, что очень странно, что ко мне не подходят, они знакомятся. Вот, почему нет? Обменивайтесь визитками, как бы показывайте вашу экспертность, общайтесь, если вы там просто даже адекватный человек, у которого там интересные мысли есть по вопросу определенному, то журналисты обязательно к вам обратятся. То есть это нормально совершенно. Вот, был вопрос от коллеги, а не будет ли это смотреться так, что я подхожу, пристаю к журналистам. Нет, не будет. Ну, смотря как вы знакомитесь, да, то есть как бы искусство нетворкинг тоже никто не отменял, и журналисты такие же люди. Вот, поэтому это можно и нужно делать. Если говорить о комментариях, тут очень, как бы, Лена говорила об ошибках, которые при работе с различными периодическими СМИ при размещении статей и материалов допускают юристы. Ну, я пару слов, наверное, скажу о комментарии, потому что это будет не лишним. Начну с пункта второго, что он должен быть не банальный, равно интересный. И выражать ваше собственное мнение по теме, опираясь на ваши экспертные знания. Время – деньги. То есть если журналист просит вас направить комментарий в течение часа, это должно быть строго в течение часа. Ну, собственно, кто спрашивает комментарий? Да? То есть издания там, ежедневные, издания, которые периодически там, еженедельные, которые выходят с определенной, да, периодичностью, освещают определенные темы. У коллег всегда есть очень жесткие сроки. Вот. Поэтому тут как бы вы должны сами принять решение, вы помогаете журналисту в его работе, либо там, нарушаете его рабочий процесс. Потому что журналисты, они вам не друзья и не враги. Они точно так же делают работу, как и вы. Для них, у них есть своя задача, у них есть редакционный план. То есть как бы им нужно выдать интересный материал, снабженный мнением экспертов. А дальше уже вы вступаете, выходите на сцену. Вот, и помогаете или, наоборот, мешаете их работе. Контекст. Вот тут такой вот важный момент. Контекст стоит уточнять на начальном этапе. То есть чему посвящена статья, как это будет использован этот комментарий и так далее. Потому что после того, как вы его направили, ни один журналист вам его не пришлет на выверку. Очень часто поступают такие запросы: а пришлите нам, пожалуйста, материал, мы посмотрим, в каком контексте наш комментарий вышел, вот как он был использован и так далее. Когда вы пишете комментарий, сразу как бы думайте о том, в каком контексте он может быть употреблен, вот, и старайтесь емкими, достаточно короткими фразами выразить свою мысль, чтобы журналисту не пришлось обрезать вашу фразу и там дальше как-то ее интерпретировать. Вот. Четкость и краткость здесь сестра таланта. Несмотря на то, что комментарий должен быть развернутый. Развернутый что? Подкрепленный фактами, да? То есть как бы, а не просто там статья номер такая-то Уголовного кодекса или гражданского, и все. Да, я хотела бы добавить на тему небанальности, интересности и личного мнения, да, про которое еще не прозвучало, но оно, тем не менее, на слайде присутствует. Часто сталкиваюсь с тем, что юристы, адвокаты опасаются, очень осторожничают, и в итоге комментарий получается просто какой-то размытой водой. Это один случай. И второй случай – это когда просто цитируют буквально там, да, там законодательство. Вот, да. Этого делать категорически не нужно, это никому не интересно, и это вас, как бы вас неправильно позиционирует, вас неправильно видит как бы аудитория, клиент. Такого делать не нужно. Да, здесь возникает вопрос: вот мы ведем спор, у нас как бы нет как бы возможности комментировать и так далее, у нас там может быть конфликт интересов. Самая плохая фраза, которую вы здесь можете сказать, это без комментариев, коллеги. Поэтому здесь лайфхак может быть такой, чтобы этот пиар-инструмент работал. На берегу договориться с клиентом, что, например, вы будете освещать правильно, грамотно, чтобы ни в коем случае не навредить процессу, спор либо проект. Потому что если спросят ваших оппонентов, и они дадут здесь развернутый комментарий там, с личным мнением,
в контексте, выверены и так далее, то ваша позиция будет выглядеть, ну, немножко бледно, и не хочется говорить, там, качнет чашу весов правосудия на его сторону. У нас все-таки суд повлиять пиаром на него нельзя, но выразить позицию стоит и отношение клиента к делу. А с точки зрения юристов, задам вопрос, да, адвокатов, насколько этично, насколько имеет смысл, насколько красиво, да, комментировать чужие кейсы, чужие споры. Коллеги, я думаю, этично все, если вы там не выражаете такую позицию, что дев-спор проигрышный и так далее. Этично комментировать строго в правовой сфере, на самом деле. Не прокомментируете вы, прокомментирует кто-то еще. Ну, я думаю, что все мы видим эти прецеденты на страницах СМИ, да? Вот, Этично двигаться в правовой сфере, не давать каких-то оценочных, может быть, да, суждений по итогу процесса. Можно оценить позицию, можно оценить практику юридическую, которая складывается по тому или иному вопросу. Поэтому вполне. Спасибо. Наверное, может быть, это прозвучит немножко, да, провокационно, но я считаю, что почему нет? Спасибо. Еще один маркетинговый инструмент, который, на мой взгляд, работает и работает очень здорово, кто бы что о нем ни говорил, это конференции, различные мероприятия. Опять же, сегодня звучали или прозвучат вопросы, рассчитана ли конференция на моментальную продажу и привлечение клиентов, и если нет, то зачем нам это? Мы немножко дальше поговорим о рейтингах, на сладкое, на десерт. Вот, поэтому как бы, давайте мы вот этот вот запомним момент, зачем нам это. Собственно, конференция – это демонстрация вашей экспертизы. Поэтому, если вам есть что сказать, я думаю, что надо выходить и это активно делать. Плюс это активное расширение вашей контактной базы. Немножко чуть позже мы поговорим о том, какой подход применять и как подходить к выбору конференции, чтобы этот инструмент в результате работал. Вот, иначе, если вы не показываетесь в публичной сфере, как вы можете познакомить клиентов, либо ваших коллег-юристов с вашей специализацией, с вашей практикой, с вашим опытом проектным? По сути, это узнаваемость фирмы в деловой среде. Неважно, это клиентская среда, это экспертная среда, это как бы ваши коллеги-конкуренты. Сегодня очень много Андрей говорил о том, что с коллегами-конкурентами дружить очень важно, и что это может быть очень таким серьезным маркетинговым инструментом для привлечения обращений. Я здесь с ним абсолютно и совершенно согласна. Ну и, конечно, это возможность клиента, познакомить клиентов с представителями вашей фирмы, с различными практиками, в которой работает ваша фирма. И тут, наверное, да, есть вопрос у Светланы, я прям чувствую это. У меня да. Есть, да, о наболевшем просто, коллеги, по поводу нетворкинга. Часто сталкивалась с таким, когда спонсируется, да, мероприятие, покупается спикинг-слот, приходит, соответственно, туда в пакет входят билеты для еще нескольких юристов, а юристы приходят на конференции, в кофе-паузах они друг с другом стоят и общаются. Вот, пожалуйста, используйте эти походы, да, не только для того, чтобы посидеть и послушать, о чем идет речь, а для того, чтобы действительно заниматься нетворкингом, да, потому что один партнер, который спикер, да, он со всеми не справится, он всех не охватит. Вот это прям, ну вот, многолетние мои наблюдения, к сожалению, зачастую это так. Я видела и прекрасные практики, когда замечательные юристы работают, и им рассказывать это не нужно, они сами подходят к клиентам, к потенциальным клиентам, знакомятся и так далее. Это тоже очень важный момент по конференции. И второй момент, немножко забегая вперед к нашей любимой с Катей теме рейтингов, были такие отклики в отчетах, Чамбер сделает отчеты, я потом тебе задам тоже вопрос, твое мнение, которые он продает, да, и он там дает все комментарии, которые давали клиенты, которые не были опубликованы, не вошли в Чамберс, и там, среди прочего, очень часто встречаются
получается, что я не вижу этих людей, да, они не выступают, их нет в публичном пространстве. Это еще раз к тому, что очень важно... Спасибо. Да. Мы об этом поговорим обязательно еще более подробно, когда будем обсуждать рейтинги. Смотрите, такой момент. Конференция — это как бы мероприятие, которое нужно отработать от и до. То есть к ней нужно подготовиться в каком плане. Если вы еще, не дай бог, спонсируете конференцию, мы дальше об этом тоже немножко пару слов скажем, у вас должен быть план работы. То есть подойти к этому нужно как к проекту, до, после, во время. Да? Если, например, вы планируете тех или иных клиентов на этой конференции встретить, можно всегда и нужно попросить у организаторов список, кто будет присутствовать за несколько дней, обычно это известно, и сделать для себя такую вот выборку, с кем бы вы хотели познакомиться и пообщаться, и по каждому клиенту, по сути, собрать такое вот мини-досье, да, то есть сделать для себя такую справку, о чем с этим клиентом нужно поговорить, там, где у него там болит, или наоборот, какие проекты он реализует. Понятно, что не нужно подбегать и сходу говорить, я знаю, что у вас там такой-то суд идет, вот, но упомянуть это в контексте, если сам клиент, например, начнет обсуждение, вы как бы это сделать можно, потому что ну, как бы вы покажете некую вашу заинтересованность и осведомленность. Да? Если действительно несколько коллег приходят на конференцию, они должны быть рассредоточены, и у них у каждого должен быть свой план по работе с клиентской базой, по работе с коллегами, по знакомству с журналистами. То есть у каждого участника конференции от компании должна быть своя собственная роль. Вопрос. Если вы индивидуально практикующий адвокат, нужны ли вам конференции, вы там не можете потянуть большой спонсорский пакет, я об этом тоже немножко скажу, что можно делать в этом случае, вот, и как поступать. Так. Да. Как выбирать конференцию? Очень часто в своей практике, я думаю, Светлана меня поддержит, мы как бы сталкивались с тем, что коллеги говорили, вот меня пригласили в качестве там участника, пойду выступлю. Вот, нужно или не нужно этого делать? Я думаю, что нужно здесь ответственно подойти к выбору мероприятий и подумать, какие цели и задачи, да, то есть как это мероприятие помогает вам решить. Опять же, возвращаясь к первому слайду, стратегия позиционирования. Там интересная для вас целевая аудитория. Вы можете рассказать о своей экспертизе, вы встретите интересных там людей, вы заявите свою экспертизу там даже перед вашими коллегами, конкурентами, панелистами. Значит, смотрите, как выбираем? Самая, наверное, идеальная для нас здесь ситуация, когда организатором конференции является какой-либо СМИ. Почему? Потому что это дает вам еще и дополнительные пиар-возможности. Мы уже говорили о том, что это возможность познакомиться с журналистами, плюс каждая СМИ, которая организует конференцию, по итогам делает такой большой, хороший редакционный материал, как, например, это делают мои коллеги из Право.ру, и каждый спикер, который участвует в этой конференции, имеет право, может дать там развернутый комментарий по теме выступления. Удобное время проведения, все это понятно, наличие целевой аудитории, интересные и известные спикеры, да, то есть как бы это дает вам что? Возможность некого ко-брендинга, во-первых, во-вторых, ну, делает как бы панель очень интересная и дает вам возможность с этими спикерами познакомиться, да, вот, возможно, там будут присутствовать там главы юридических департаментов, представители определенных, там, скажем, отраслей, которые вам очень интересны. И вот тут вот такой момент, здесь вы вот в таком очень приоритетном положении, да, то есть как бы вы спикер, они спикеры, это вам дает некий, там, скажем, доступ, да, к обсуждению определенных тем, к знакомству. Поэтому очень часто мы нацелены на аудиторию, которая сидит в зале, но забываем о том, что спикер – это, по сути, тоже ваш целевой клиент иногда может быть, да? Кать, по поводу мероприятий, все, я вспомнила. Хорошо. Я пришла в себя. По поводу мероприятий, как ты… Очень многие юристы считают, что не стоит ходить на мероприятия на правовые, потому что получается, что 10 спикеров консалтеров, я думаю, ты тоже часто с этим сталкиваешься мнением, да, вот, и некоторое количество в зале потенциальных клиентов, и получается, что как-то вот слишком много женихов, да, на несколько невест. Да, что? Ну, как бы первое, что делать, да?
Да. Как бы знакомство с коллегами, то, что Света уже упомянула, это сильно поможет вам потом в рейтингах, в том числе и международных. Это раз. Если вы представили как бы интересный кейс, проект, экспертизу, ну, грубо говоря, зацепили, да, аудиторию и ваших коллег, кто знает, может быть, у коллег-консультантов когда-то будет конфликт интересов, им нужен будет человек именно такой специализации, и он с удовольствием пригласит ваш проект, вас в проект, убедившись в том, что у вас релевантный опыт по нему есть. Такие случаи очень часто возникают в нашей практике. Вот, дальше, еще момент. Ну, понятно, что, как я уже говорила, если организуют СМИ, это потом даст вам определенные пиар-возможности по окончанию конференции, как минимум. И, возвращаясь еще на шаг назад, белые книги, да, то есть как бы вы аккумулируете свой опыт и потом можете вот этот вот контент, который вы представляли в виде презентации, использовать в статьях, на корпоративном сайте. Потому что что я вижу после конференции? Это, конечно, очень интересно. Там, не знаю, юрист такой-то выступил на конференции, такой-то с темой такой-то. Все, кому это интересно? Ну, никому. А если, например, юрист такой-то, который выступил с достаточно интересной темой, сделал бы, ну, хотя бы короткую заметку с основными выводами, которые он сделал по этой теме, выразил бы свое отношение к этой теме, вот это было бы уже круто. Вот это уже контент и пиар, на самом деле, который там дает даже возможность для какой-то потом хорошей статьи в СМИ. Угу. Да, и хотел... Меня слышно, мне кажется, я сегодня... Мне да, я не знаю, как коллегам. Ну, давай с тобой поговорим. И хотелось бы сказать, что многие уважаемые организаторы мероприятия, да, это не только СМИ, они делают потом пост-релизы, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться к организаторам и говорить о том, что вы бы хотели свою цитату добавить, да, какой-то свой комментарий или какую-то выдержку свою. Это тоже работает. Да. Ну и пару слов, наверное, об организаторах, раз уж Света такой мне мостик перекинула, спасибо большое. Проработав 5 лет с одним из ведущих, не побоюсь этого слова, организаторов правовых конференций на этом рынке Право.ру, вот, надеюсь, коллеги присутствуют, пиар оценят, да? Что я, собственно, видела? Когда приглашают юристов в качестве спикеров, если вы даете очень интересный контент, раз. То есть конференция – это бизнес-модель. То есть какая задача у организаторов? Да? То есть как бы сделать интересное мероприятие, дать интересный контент аудитории и заработать денег. Да? Очень часто приглашают спикеров, юридические фирмы, консультантов на основе спонсорства, на основе партнерства. Вот. И это нормально на самом деле, коллеги. Это не зло, как все думают. Мы очень часто как бы слышим иногда от юристов, мы выступаем только бесплатно и так далее. И хочется спросить, а что ты, собственно, коллега, сделал для того, чтобы тебя приглашали бесплатно? Вот. Потому что даже ваше вот это вот вложение, да, в интересный контент, в исследование, в разработку каких-то тем, да, которые хотят услышать все представители рынка, вот, это тоже, по сути, деньги, это время юристов, то есть это биллинговые часы. Почему, собственно, все мы хотим видеть в качестве спикеров конференции там, того же Андрея Карельского, да, потому что он действительно интересно выступает и говорит интересные вещи. Или какого-нибудь там, ну, очень заслуженного эксперта рынка, да, вот, которому просто так не получить доступ, но которого можно увидеть на конференции и там спросить его мнение. То есть если два случая. Если вы действительно очень интересный, уважаемый спикер и даете интересный контент. Да? Но если вы хотите заявить свою практику, рассказать о ней, почему бы, собственно, это мероприятие не поддержать, это дает вам очень много, на самом деле, дополнительных, очень хороших возможностей. Вот, это эко-брендинг с хорошим организатором и панель известных экспертов. Да? Я сейчас как бы не призываю делать только так, но не рассматривать это как определенное зло, да, вот, только за деньги. Причем с организаторами всегда можно договориться, можно предложить креативные различные идеи. Если вы спонсор, можно попробовать организовать какую-нибудь спецсессию в рамках конференции. Вы получаете дополнительные пиар-возможности. Вот, ну, это как бы не всегда зло, а скорее мы говорили здесь о нативной рекламе, это возможность вот такой вот нативки. Да, я хотела бы добавить, что
это моя боль тоже, да, насчет того, что мы никогда не выступаем платно, мы хотим бесплатно. Коллеги, здесь работает такая история, действительно, да, что сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. То есть если вы не очень известный эксперт пока, да, там начинающий, начинаете себя только показывать миру, конечно, стоит начинать с бесплатных мероприятий, а потом, и у меня были такие случаи, да, когда людей потом, то есть мы сначала ходили на платные, мои партнеры ходили на платные истории, вот, и потом уже их как экспертов приглашали. То есть это реально, ну, как бы это надо делать. Супер. И вот я как раз, да, плавненько перехожу, да, от такого комментария Светланы к вопросу, когда бесплатно. Когда это может быть бесплатно? Это, например, мероприятия различных деловых объединений, участниками которых вы являетесь. Возможно, это научно-практические конференции. Сейчас обратите внимание, очень много устраивают высшие школы экономики, достаточно интересных мероприятий, и хорошо их потом еще и пиарят, да? Есть мероприятия различных СМИ, у которых нет собственного отдела конференции, но которые периодически приглашают экспертов по правовым вопросам. Например, это могут быть те же отраслевые СМИ, да, когда нужен комментарий по вопросам права. Ваше собственное мероприятие, ничего вас не останавливает, организовать там свой бесплатный там бизнес-завтрак, позвать клиентов, позвать какую-то аудиторию с рынка, но тут очень осторожно, потому что если действительно вы не такая известная компания, не признанный эксперт на рынке, там, ну не знаю, налоги Пепеляев, да, к нему, скорее всего, побегут очень много просто, так сказать, компании, которые, может быть, даже не являются клиентами этой уважаемой фирмы, вот, потому что им будет интересно послушать мнение экспертов. Но вот аккуратно, если вы устраиваете свое мероприятие, то к вам, скорее всего, придут ваши клиенты в основном, лояльные вашей фирме. Если вы ставите перед собой задачу расширения клиентской базы, этого может не произойти. Да, коллеги, и лайфхак, наверное, для кого-то. У меня были случаи, когда мы меняли, когда была возможность только платного выступления, нам предлагали, и мы в качестве альтернативы приводили с собой клиента и с ним вместе там рассказывали про его кейс. То есть если это какой-то достаточно известный, да, там инхаус, достаточно известная фирма или очень интересный кейс, то такие вещи тоже реально работают с теми СМИ, которые организовывают, ну, которые предлагают только платные выступления. То есть тоже не стесняйтесь предлагать такие форматы. В крайнем случае вам скажут нет. Ну, я уверена, что без рейтингов меня точно сегодня никто не отпустит. Слушайте, то не переключается, то прыгает само. Собственно, какие они есть, и я сегодня пару слов скажу вообще, кого там ждут. Вот, крупные фирмы, некрупные, индивидуальные адвокаты и так далее. Так вот, наверное, разочарую сейчас аудиторию, которая представляет здесь индивидуально практикующих адвокатов. Ведущие российские рейтинги, как минимум, индивидуальных адвокатов не рейтингуют. То есть сначала фирма, потом юристы в фирме. Все. И Право 300, и Коммерсант. Возможно, коллеги придут к тому, что сделают рейтинг индивидуально практикующих адвокатов, но на самом деле тут очень сложно выработать критерии оценки. Не у всех есть достаточное количество проектов, которые можно сравнить. Есть иностранные рейтинги. Вот к ним бы я вообще отнеслась с большой осторожностью, если вы фирма средняя. Сейчас мы пару слов об этом скажем. Но есть индивидуальный, например, тот же Best Lawyers, да? Что хорошо сейчас стало в иностранных рейтингах, и что я увидела, например, в Chambers в этом году, фирма, например, не отрейтингована по определенному направлению, но мы открываем рекомендованных юристов, и они там, собственно, есть. Вот. Но, опять же, заявляется фирма. Если вы достаточно серьезный эксперт, у вас интересные серьезные проекты, то шанс есть попасть теперь и без фирмы. Скоро выйдет Legal 500, посмотрим, какой у них подход. Но вот в этом году такой был лайфхак у Chambers & Patmos. Еще часто бывает связано это с тем, что фирма, что практика рейтинговалась в другой фирме, вся команда перешла, да, я тоже с этим сталкивалась, знаю такие случаи на рынке, фирма, практика целиком уходила в другую фирму, в итоге те юристы, да, ведущие из этой практики, они попадали в индивидуальный рейтинг, а фирма, практика новой фирмы целиком не входила, то есть такие
Ну, это да, тоже все объяснимо. Теперь они есть, да. Собственно, прежде чем решать, насколько как бы этот инструмент для вас может быть рабочим, задайте себе вопросы. Зачем вам это? Вам необходимо, не буду повторяться, тендеры всем понятно, международные проекты. Я тут выделила еще наполеоновские планы, опять же, стратегия развития. Вы хотите показать рынку определенную специализацию. Почему команда? Очень часто сейчас юристы, которые как бы приходят на интервью в юридическую фирму, говорят: извините, мы не можем принять ваше предложение, у вас нет ведущих рейтингов. Мы с этим сталкивались даже в своей практике с коллегами из Право.ру. Партнерство, то есть если вы ищете партнеров в определенных юрисдикциях, на определенных рынках, в определенной специализации, рейтинги здесь как бы тоже очень серьезно могут вам помочь. Вот. Ага, то скачем, то не скачем. Хотела напоследок рассказать вам о том, когда, собственно, вас в этих рейтингах ждут. Что должна сделать фирма, чтобы туда попасть. Но... Так, секунду. Может быть, это был предыдущий. Да, собственно, кого ждут в рейтингах? Наверное, самые два, скажу, серьезных момента. Это если у вас есть интересные, крупные, серьезные проекты и в большом количестве. И второй момент, если у вас действительно хорошая клиентская база, которая может дать от вас хороший отзыв. Если говорить, например, о российских рейтингах. Если говорить о международных, обязательно у вас должны быть проекты с международным элементом. Для чего, для кого составляются международные рейтинги? У них нет цели оценить российский рынок юридических услуг. Ну, как бы у них своя бизнес-модель, у нас своя реальность юридическая. Соответственно, они делают как бы некий срез юридических фирм, дружественных для иностранного клиента или иностранного партнера. Поэтому, если вы не работаете в иностранных юрисдикциях, и у вас нет цели туда выходить, наверное, стоит обратить внимание и подумать, наверное, больше о рейтингах российских. Известность. Вот то, о чем говорила Светлана, и она так на меня сейчас посматривает, я думаю, что обязательно добавит. Вот эти вот 10%, да, отзывы рынка о юридической фирме, собственно, учитывать будут все рейтинги, и все и российские, и международные. Насколько фирма известна на своем рынке в юридической среде, насколько ее знают конкуренты. Опять же, возвращаясь к пиару, к комментариям, конференциям, это все инструменты, которые помогают вам, в том числе и при работе с рейтингами. Света? Да, я хотела, во-первых, задать вопрос, который очень многих волнует. Каким образом вы фильтруете ответы конкурентов на вопросы о фирме? Ну, понятное дело, что есть, да, люди, которые коллеги, которые друг друга не любят, клубок единомышленников, да, есть какая-то ревность профессиональная и так далее и тому подобное. И я сама, в принципе, тоже, когда присутствовала на интервью ресерчеров с партнерами, в общем, обращала внимание на такие моменты, что да, ну, как профессионально? Не всегда объективно. Отличный, на самом деле, супер вопрос. Профессиональная ревность всегда присутствует, но любое ваше утверждение, если ресерчер, если исследователь профессиональный, он обратит только на высказывания, подкрепленные фактами. Угу. Если вы просто скажете, что там, не знаю, Иван Иванович плохой, вот профессионал, он просто отметет этот комментарий. Вот, но как бы, если вы представите доказательства, мы все юристы, да, вот на это могут обратить внимание. На самом деле не зря дается вот эта вот графа фидбэк о рейтинге, о фирме, о вашем положении, о ваших конкурентах. Ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, показывает ваше знание рынка, насколько вы, собственно, в теме, да, насколько вы знаете ваших коллег, насколько вы интересуетесь проектами и вообще все, что происходит здесь, но еще и дает вам возможность вот
как бы какие-то такие факты озвучить. Если фирма не очень известна, ну вот любой рейтинг отнесется с осторожностью. Нет такого в праву, чтобы фирму там придерживали год. Коллеги оценивают проектный опыт прежде всего, да? Но международные рейтинги, скорее всего, просто предоставят возможность попадания в рейтинг на второй, а то еще и на третий год. То есть, как бы, если вас не знают, вас и не рекомендуют. Я сталкивалась в своей практике, очень, когда работала с анкетами, заполняла для международных рейтингов, с такими, как бы, моментами. Вот две фирмы юридические, обе прекрасные, у обоих там проекты очень серьезные, там серьезный сегмент рынка, одна там в первой группе, другая в четвертой. Стала разбираться, почему так, да? Не знает рынок. То есть как бы эту фирму не называют, не рекомендуют во время интервью. Вот вам, собственно, и все, да? Зачем нам все это нужно? Все это общение, все эти тусовки, да, вся эта как бы известность среди коллег. Ну, если у вас есть как бы задача в этот рейтинг попасть, ну, как бы, к сожалению или к счастью, от этого уйти мы не сможем. А про международные рейтинги хотела... Все, да? Ну, давайте Светлана добавит, я уже закончила. Про международные рейтинги хотела добавить. Во-первых, в Chambers сейчас отличная тема. У них все исследователи русскоговорящие, поэтому я знаю просто людей, которые плохо, ну, не очень хорошо говорят по-английски, да, при этом делают сделки с международным элементом и стесняются выходить на интервью. И несмотря на то, что переписка на английском действительно происходит, интервью, возможно, по-русски. Это первое. Второе, я замечала, что люди боятся ресерчеров, исследователей, да, зарубежных, и не задают никаких вопросов, там спрашивают друг у друга, или делают, как они считают нужным и как они понимают. На самом деле не стесняйтесь с ними связываться, они тоже не меньше, чем мы, заинтересованы в том, чтобы качественное исследование вышло. Вот, то есть нужно с ними коммуницировать, они живые люди, которые всегда с удовольствием отвечают, поэтому вот такая у меня рекомендация, потому что я знаю, знаю, что есть такая проблема у юристов и юридических фирм. Супер. Совершенно согласна, но единственный такой момент, да, исследователи тоже люди, они когда делают такой потом редакционный материал, testimonials некие, там, высказывания о фирме, так вот, лучше давать отзывы все-таки на английском. Почему? Ну, не станут заморачиваться и делать переводы. Правда. Конкретно про интервью. Будут они этого делать, они просто, им проще сделать копи-пейст. Но это большой объем, представьте, как бы английский все-таки в приоритете. Да, коллеги, у меня там дальше будут на слайдах различные рейтинги, да, вы их посмотрите сами. Спасибо большое, друзья. Давайте поаплодируем Светлане, Екатерине. Екатерина, вам огромное спасибо. Мы, к сожалению, из-за тайминга немножко вынуждены прерваться, поэтому сессии с вопросами и ответами у нас не будет.